Всем добрый вечер. Рад вас всех видеть. Мы начнем нашу программу с моей композиции. Она называется «Просто Welcome». Thank you.
Следующая композиция, опять же, моя авторская, называется «Groove Garage». Thank you.
Спасибо, это была композиция Джона Колтрейна, нашего любимого, легендарного. Песня называлась Impressions. Следующую я не буду объявлять, все ее узнают. Thank you.
немножко отвлечемся от грува такого, который мы вам сейчас продемонстрировали. Вот. Следующая композиция называется «Невесомость». Это моя песня. В общем-то, побудем в такой некой невесомости. Thank you.
Thank you.
Thank you.
собственно, закончилось. Может быть, мы немного отдохнем какое-то время и вернемся к более, более прогрессивной музыке. Thank you.
Называется «Фанк Эксперт». Композиция это уже из моего неопубликованного. Ну что, сделаем рок? Thank you.
Следующая композиция у нас автор Дэн Хамин, бас-гитара. Мы ее будем... А, он говорит, напополам. Бридж мой, вторая часть. Ну ладно. То есть деньги делить будем пополам. Окей, за авторские, хорошо. Мы ее играем первый раз, честно говоря, сегодня.
Всех помянем. Денис Камин, Базука. Ну, собственно, Павел Королёв. Павел Королёв. Антон Королёв, Каракон. Павел Королёв просто написал мне сейчас смс. Ты не обижаешься, ты же его знаешь, в принципе. Мы же друзья. Подходим к завершению нашего концерта. Не-не-не. Нет такого даже.
Ну, все вы вспомнили фильм «Курьер», естественно. И эта тема всем известная, как бы, кто знает вообще джаз, это Херби Хэнкок, «Rock It». Thank you.
был что-то такое для нас самих неожиданное. Лисов трио, наш состав называется Дэн Фомин, бас-гитара. Антон Королёв, барабаны. Я Михаил Лисов, гитара. До новых встреч. Я люблю вас.